Всем привет, меня зовут Лайт. Дай, дай сразу. Если кто-то не верит, тига. 0301. Почему? Понимаете, просто мы так тихо говорим, просто потому что все спят. Короче говоря, мы сейчас сидим ВКонтакте и смотрели всякие группы про звезд. А я сидела. Дашь мне зайти в ВКонтакте? Ты дашь мне что-то сделать? Тихо, не ори, не ори. Давай посмотрим 3 метра над уровнем неба фотки. Кстати, это мы пытались сделать видео на новую камеру. Сейчас покажу. У нас тут круто. Смотрите. Вот она. И статив, и статив. И мы добыли зарядку. Тут так мало света. Может, я ее забыла? Я ее просто... Могу поискать еще, я завтра еще поищу ее. А еще у нас жратва вкусная. Кстати, вот эти ждут Колина, вот эти. Вот. Эти вкусные. Вот тут Колина, правда. Цу. Это нормально. Так, мне Наташа сейчас, Наташа показывает. А кто это? Как его зовут? Девушку, иди сюда, Наташа, ну иди сюда. Наташа, что это, посмотри. Смотри, ты видела, что это? Нет. Что это было? Еще мы смотрели. Еще мы трансляцию хотели провести, но у нас что-то с компьютером и... Мы хотели заснять видео. Но получилось даже первого не сняли. Может, завтра заснимем. Утром в 8 часов встанем и будем снимать для вас. Да. Мы такие... Ну так, мы все для вас, понимаете? Мы уже 3 месяца не делали видео. Как это могло получиться? Потому что лето. Потому что лето. Лето, солнце, жара. Лето, солнце, кстати, на мне сейчас ночевает. Да ладно? Ночевает. Да. Ночует. Мне так нравится это слово «ночевает». Ночевает. А тебе кусали за этот кот осы? Да. Я нет. И мне слепнет. За ухо. Слепнет у всех. Кусали. Да ну они они мозжалы не оставляют. У них не страшно, у них не больно. Я не пропадала, когда меня не кусают, я ничего не делаю. Я просто хожу, его чешу, а потом проходит. Я не мажу, когда вот у меня оса, то я мажу. У нас вообще в августе вот эти 3, ну эту неделю просто не сумасшедшие. На 20%. Почему? Мне стыдно за это. Я зову наркомана. Ты хочешь спать? Не, я не хочу спать. Ну ты еще, Наташа, тут ночь пробыть. Самое страшное уже позади. Честно говоря, мы и есть призраки. Так, Наташа, да я шучу. А я шучу. Ладно, Таня, утро, уже 6 часов. Я Лайс, это Слонов. Мы не призраки, мы их боимся. Пока.